лачуги под снос. В ближайшие 4 года в Ярославской области планируют расселить более 100 тысяч квадратов аварийного жилья. Крайний срок – 2018. Уже до конца этого года в регионе в планах освободить 3500 квадратных метров в Любиме и селе Покровском. Расселение проводится на деньги фонда реформирования ЖКХ. В текущем году он выделил региону почти 650 миллионов рублей.